6 континентов, 19 часовых поясов, около 3000 площадок для написания. Завтра в более чем 800 городах планеты состоится международная образовательная акция «Тотальный диктант». Одна из площадок написания диктанта будет открыта в Харцизской школе номер 1. Впервые площадка тотального диктанта будет открыта в Харцизке. В классе, намеченном для его проведения в первой школе, 30 мест. И все они уже заняты. Время начала единое для всех участников диктанта. По правилам образовательной акции, ровно в 14:00 все должны начать писать один и тот же текст. Соответственно, организаторы диктанта в Харцизке просят тех, кто зарегистрировался, прийти за полчаса до начала, дабы успеть решить организационные вопросы до старта начитки.